После серии ожесточенных боев сирийская армия при поддержке российской авиации успешно отразила атаку исламского государства у города Садат. Группировка боевиков стремилась захватить главную трассу страны Дамаск-Хомск, которая находится всего в 14 километрах от населенного пункта. ИГИЛ предпринимала многочисленные попытки установить контроль над Сададом. Тем не менее, сирийская армия при содействии местных жителей создала укрепленные позиции вокруг поселения, провела разведку и успешно атаковала ближние позиции экстремистов. «Слава Богу, мы спросили у моих племянников, которые стоят на КПП. Они сказали, что нам нечего бояться, они нас защитят, потому что у них есть подкрепление». «Мы жили в мире и покое, у всех была работа, дети ходили в школу, все было хорошо. Внезапно ИГИЛ начал нас бомбить с востока по направлению от Махина. Нам ничего не остается, кроме как вывести из города детей и стариков. Теперь вместе с сирийской армией и Народным комитетом стали защитниками Садада». На данный момент сирийская армия продолжает охранять Садат.